Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 110. Впереди пост ДПС. Ограничение 110. Вроде появился более-менее стабильный интернет с другого телефона. Зато нет теперь зрителей. Надоело мучиться, смотреть. Так, 119 до Москвы, 29 до Серпухова. Дорога получше стала, более-менее просохла. Да, в следующие разы я, наверное, буду именно с мегафона вести трансляции, потому что, по крайней мере, пока пишет и не прерывается.
Алло. Ну чё, смотришь? Да я уже поменял, я уже еду минут 5-7 после этого. Выйди, там новое видео уже. Закрывай эту картинку, обновляй. И там новый значок должен появиться. Да, заодно скажешь мне, как звук, нормально слышно или нет. Алло, ты здесь? Алло, да. Ну, заодно скажешь мне, как звук, нормально слышно или нет. Я поменял телефон. Все равно кто-то там писал в начале, что все размытое было, ничего не видно. Ну да, это из-за качества. Но я вот сейчас поменял на этот, на мегафон поставил. Трансляция, но по крайней мере тут же возобновилась, чуть-чуть зависла и снова пошло. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 110. Да, я слышу. Ну это вот с мегафона, а слышно как? Что-то пока не к чему привязаться даже. Ну да, что-то там слышал. Но я догадался. Впереди город. Слушай, мне до Чехова 38, заехать в Чехов? Да, нет. Да, если ехать, надо как-то целенаправленно. Да, вот слышу себя сейчас там. Да, да, да. Нормально.
Ну, бывает. Я думаю, что когда к Москве приближусь, ну, да нет, там даже в Московской области, я не знаю, километров за 30-40 от МКАДа тоже бывает не очень хорошо. Ну, хотя это я на радио ориентируюсь, не на интернет, а на радио. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 110. Ну я же ответил, что да, пишу. Я несколько раз уже говорил. А я там ничего не пишу, я голосовыми отвечаю. Еще не хватало писать по дороге что-то. Трое. Немного. Да. Слушай, декабрь, а у нас вот слева, я смотрю, трава зеленая. Впереди неблагоприятные условия в среднем ряду. Впереди пост ДПС. Ограничение 70. Вокзал. За 2 часа доехал до Тулы на этой, на ласточке. Вот, и получил машину, и сейчас обратно возвращаюсь. Да, до этого Билайн был. Ну да, та-та-та, там зависнет и надолго. Но вот здесь вот я вижу на этом, на телефоне справа мешает, да, этот крепление от... Ну, да-да-да, но пока лучше ничего придумать не могу. Тоже как есть. Нет, это невозможно здесь. Вот, пропала связь. Сейчас закончится. До сих пор не подключается. Сейчас появится, похоже. Ну, не знаю, ну я же тебе говорил, сколько, 48 было, ну сейчас, ну 40, наверное, может 45. Ага. Возобновил. Как у меня только-только появилось. Так, Чехов 30, Подольск 59, Москва 75. Так, блин, не надо опять. Да что ж такое?
этот, надо газпромовскую заправку где-нибудь найти. Блин, а почему именно газпромовскую, не любую, наверное? Нет! Ну, сейчас буду проезжать, что-нибудь смотрю. Не знаю, ну как это, где это, у нас же нет такого. Но я имею в виду, у нас дома нету. Так, ладно, как раз газпромовская заправка, давай я заеду и этот попозже созвонимся. Маршрут перестроен. Поверните налево. Задание. Прямо. 88 километров. Взят новый курс. Поверните направо. Поверните направо. Положение определено. Забыл. Вот на заправке хорошая картинка. Забыл посмотреть, сколько стоит бензин. 42.30 вроде он на противоположной стороне. Картинка зависает, нет? И как слышно?
Введи мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 110. Картинка временами размыта. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 110. Чеховский район. Интернет почти на максимум. Впереди камера. Ограничение не 110.